В центре Екатеринбурга на перекрестке Карла Либкнехта Первомайской таксист протаранил ограждение и вылетел на тротуар. К счастью, прохожих в этот момент рядом не было. По одной из версий, таксист потерял сознание. В машине в этот момент находилась пассажирка. Она сидела на заднем сидении и отделалась ушибами. Еще до приезда скорой первую помощь ей оказали сотрудники дома Митенкова. Очевидцы рассказали, что водитель даже не пытался затормозить. Просто протаранил забор и влетел вот в бордюр, то есть он как бы вообще не остановился, может, даже еще на газ нажал, ну, может, просто отключился или заснул. Скорость не было, то есть он просто обычно ехал, повернул и все. Да, просто неожиданно начал давать забор и ехал. А на Уралмаше легковушка перевернулась на крышу. На перекрестке Победы и 40-летия Октября столкнулись два автомобиля. В салоне машины, которая от удара опрокинулась, были двое детей. Их госпитализировали.